телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Гомельской области заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Беларуси по греко-римской борьбе. На 2-м месте расположились классики из Минского региона. Победила гродненская дружина. В личных соревнованиях у представителей Гомельского региона 9 наград, 2 серебряные и 7 бронзовых. В весовой категории до 55 килограммов бронзовая медаль у борца из Калинковичей Ильи Яроша. Мазырянин Егор Тройников стал 3-м в весе до 60 килограммов. Лишь в финальной схватке уступил мазырянин Никита Баранов. Он боролся в категории до 67 килограммов. В весе до 72 килограммов медаль выиграл Дмитрий Шутов из Гомеля. У него в активе бронза. В весе до 77 килограммов у представителей нашего региона 2 награды. Егор Косенков завоевал серебро. Евгений Юров – бронзу. Оба атлета представляют Гомель. 2 бронзовые награды в копилку команды принесли борцы в весе до 82 килограммов. Призерами чемпионата страны стали гомельчанин Денис Лакутко и мазырянин Станислав Шафаренко. Еще одна бронза на счету спортсмена из областного центра Гоги Гагнидзе. Он выступал в весовой категории до 87 килограммов. Сегодня на чемпионате Беларуси по борьбе проходят схватки предварительного раунда у борцов вольного стиля, а также финалы у женщин. Хоккеисты Гомеля обыграли солигорский «Шахтер». Очередной матч чемпионата Беларуси в экстралиге «Рыси» проводили на своем льду. В концовке 1-го периода гости счет открыли. Матерухин точным броском завершил контратаку горняков. На старте 2-й-3 матча «Рыси» ответили своим быстрым контрвыпадом. Сравнял цифры на табло Ревенко. За 21 секунду до финальной сирены Гомель вырвал победу, сумев реализовать большинство. Голкипер горняков парировал бросок Брахманиса. А вот с добиванием Соломонова не справился. 2-1 в пользу «Рыси». На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».